Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть Черепашки Ниндзя Легенды. Так, Лига Мастеров и тут же Лига Сёгунов. То есть меня скинули до двух звезд, серьезно? Ну-ка дай проверю, я не верю в это. Да? Лига Сёгунов, две звезды, блин. Стоило только один день не поиграть, и все, ребята, и тебя просто моментально скидывают. Ну что же, придется опять же буститься, можно так это назвать. Ладно, раз, два, три, четыре, поехали. Так, сегодня у нас что, четверг, среда? Ну-ка посмотрим. Сегодня у нас четверг. Угу, четверг. Пятница, суббота у меня рабочий, воскресенье. Это последний день получается, воскресенье, а там понедельник. Не очень в кайф, конечно. В общем, надо сегодня как-то до Лиги Мастеров две звезды добираться. А получится ли? Не уверен, но я постараюсь. Так, давай-ка я возьму, наверное, здесь Крэнга. Крэнг, раз, два, три. Блин, хотел же еще эти жетоны набить, думал, пофармим. Ничего не получается, ничего не успеваем. Вот так вот. Знаешь, что меня всего бесит в Epic Storm Game? Знаешь, да? Типа вот у нас есть Steam и есть Epic Game Storm. Меня бесит то, что все игры, которые у тебя есть, да? И ты, например, переустановил Windows, сейв улетает, нету там, блин, облачного сохранения. Потому что оно идет на диск C, по ходу дела, да? А диск C, конечно же, когда ты переустанавливаешь Windows, всю инфу ты оттуда удаляешь. И теперь все игры там... Darkest Dungeon, вторая часть, которую я там пыхтел, проходил. Все, все сейвы, ребята, у меня улетели. Опять же, Армия Зомби 4 тоже. Все сейвы улетели, соответственно, это мне надо начинать. Я могу начинать, да, со своего там 5-6 эпизода. Но ты прикинь, я без прокачки, опять же. Это трэш какой-то, я не знаю, почему так делать. Почему в Стиме все нормально работает? Ну, опять же, не во всех, правда, играх. Но большинство, когда я переустанавливал, они... сейвы вернулись. Потому что там действительно облачное сохранение. А вот в Epic Game, к сожалению, нет. И это меня очень сильно взбесило. Я теперь не хочу ничего брать в этом Epic Game. Никаких игр. Но, к сожалению, у меня уже очень много там приобретено. Они лежат у меня мертвым грузом. Я даже их не успеваю, ребят, поиграть, если честно. Так, давай-ка мы начнем, наверное, со Шреддера. Вот, и как-то это все надо проходить. Времени, все, скажем разом, все меньше, меньше, меньше. Сейчас еще полярная ночь тут надвигается. Вообще, как размазня, раскисня, ходишь, блин. Ну как, не полярная ночь, и уже нету белых ночей, ребята, уже темнота кромешная. Ночи уже очень темные, холодные. Я думаю, тут до заморозков, наверное, уже недалеко, скорее всего. Ну, как-то так. Ну что, 72-я позиция. 16, подожди, какой, ну хотя ладно, 16-22, в принципе нормально. Возьму, наверное, Лео, плюс возьмем Ванька. Раз, два, три, сколько у меня откатов? 17 штук. Пополам, получается, где-то мы сможем с тобой 8 боев сделать. А в Дракону Саники Олаха, друзья, сегодня обновил. Ну, как вы сказали, обнови и зайди. Обновил и не могу зайти. Все, хоть ты тут тресни, вылетает постоянно, я не знаю, что делать. То есть она даже не может загрузиться. Беда просто какая-то происходит с этими, блин, эмуляторами бесявыми. Я аж прям бесит. Так, ну что там, 16.22. А вперед на зомби-войну тоже хотел тут зайти. Не могу, ребята. Какая-то критическая ошибка, и все. Там вы написали, что у нас глобальное обновление вышло. Я думал сейчас его проюзать, посмотреть. А не тут-то было. Не могу зайти, и все. И это бесит. Серьезно тебе говорю, это очень бесит. Вышла новая игра. Железный десант Invasion. Наверное, все в курсе. Блин, так у меня этот на iPad. Как он там называется-то? Не Google Play, а Аркада, да, по-моему, называется. Так, заплатить за нее нужно. А чтобы заплатить, ребята, это нужно попробовал через WebMoney. Там минималка 50 баксов, говорит, закинь. Я, да вы, ребята, что, пупели, что ли, совсем? Я, во-первых, еще не знаю, пойдут ли они на счет или нет. А они меня сразу просят, давай 50 баксов.
Типа, блин, закинь, и все будет окей. В общем, не знаю, что, ребят. Там две игры в аркаде сейчас отличные. На iOS есть две игрушки. Но их мне никак не поиграть. Потому что никак не могу закинуть бабло. Вот все. Так, ну что, давай куна и тогда бросим. Окей. Замечательно. Ну, Макман так, конечно, по красоте своим ураганом разнес всех. Так, ну что, когда у нас там лига мастеров-то, когда мы вернемся-то в нее, а? Скажи-ка мне на милость. 16-22, давайте мне, что вы постоянно мне тут вот эту вот дребудень все время даете? Аж бесит. Раз, два, три. Было 16-22, нет, они дают мне 16-21. Видосы, которые, ребят, вчера снял, до сих пор не могу выложить. Я не знаю, мне сейчас видосы снимать проще, чем выкладывать их. Ты не представляешь. Мне выложить видос — это для меня такой труд неимоверный просто. Они у меня лежат, пылятся уже. Скоро неделя пройдет, как эти видосы у меня отсняты и лежат. Все не могу никак выложить. Все коплю, коплю, скирдую. Че скирдую? Скажи мне на милость. Не знаю. Так, ну что, давай дальше тогда. Опять 16-21 подсовывайте, а? Ну хорош уже дурковать-то. Ну серьезно, сколько можно-то? Пошутили разок и будет. Тут у меня 80-ники и 70-ники. В принципе, без проблем должно все получиться. Накроем Дони. Ага. Не получилось накрыть. А вот так если? Йоу! Так, рубка. Тыдич. Ай, выжил супостат. Ну и что-то на себя вешаешь-то, вот эту вот иммунку. Да, и очищение. Слушай, ну ты приборзел, я смотрю, и иммунку, и очищение, и полностью такой весь пушистенький. Так, естественно, ничего не повесим, но... Ага, вырубили. Ракеты к бою. Ну и что ты? Лежи, говорю. Вот как-то так. Никак иначе. Все у нас нормально, ребят, идет. Ну... Баранки гну, никак не согну. Не попали мы еще, не попали. Какой 16-21? Иди-ка ты в баню. 16-22 давай мне. Вот. Я возьму, наверное, здесь Армагуна. Раз, два, три, четыре, пять. Ага, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, и все, никаких пять. Пятый у нас будет Армагуна. Сейчас глянем, как он там с валунчиком своим. Все нормально у него? Прикинь, причем повышенная атака была нарисована, да, по... А, это... Нет, это было у Армагуна, и он не смог его убить валуном. Как это можно вообще объяснить? Не знаю, ну что, наконец-то мы вернулись опять в Лигу Мастеров. А, в планах сегодня дойти до Лиги Мастеров две звездочки. Раз, два, три. Откатики, да, ребята, откатики у нас... Закончится-то быстро. Ладно, пока 70-ников отыграем. Потом думаю, что можно будет переместиться на, например, на Супер Шреддера и Армагона. Ну, по два, ты понял, по два поединка проводить. Точнее, два персонажа откатывать и проводить поединки, естественно, с нашими слабыми бойцами. Так, ну давай вот этот плевок сделаем. Все, здесь замечательно. Здесь на добивку пошло как надо. Отыграть, естественно, попытаемся сегодня всех наших персонажей. В Юрский парк тоже, друзья мои, сегодня загрузил. Все, там собрал монеты, думаю, сейчас начну играть. В первое событие захожу, типа, в бой, и все, этот бой завис. Перезагружаюсь, у меня засчитан проигрыш, и три динозавра уже минус. Думаю, зашибись, поиграл. Не стал даже дальше снимать, короче. Вот такая вот, ребят, получается дребудень. Специально все как-то через одно место идет. Эмуляторы все как-то все хуже и хуже. Они меня уже начинают раздражать, если честно. Нет никакой надежды на них. В любой момент могут глюкнуть, подвести. Короче, не есть гуд все это дело. Почему-то на iPad у меня таких проблем нет. Вот сколько игр висит,
Сколько лежит. В любой момент зашел, поиграл. Ничего не глючит, не вылетает. Вообще по красоте. Но обидно то, что там, конечно, мало места. Это да, это не поспоришь. Мало места. Здесь это понятно, на ПК-то куда больше. Можно там отвести так хоть 100 гигабайт под игры и сиди спокойненько себе дрынкой. Но зато нету никакой стабильности. Раз, два, три. Вот так вот по 3 бойца мы сейчас будем отыгрывать. И фиг у нас, наверное, хватит откатов. Хотя я еще рекламу не смотрел за 10 откатов. То есть плюс еще потенциально 5 поединков. Угу. Ну видишь, Шреддер уже не справляется, это понятное дело. Хотя если пропустить ход, они бы все от постепенного урона погибли бы. Поэтому можно сказать, что он справился со своей задачей. В принципе, без проблем. Так, ну что, 48 место. 48 место. Попробуем сейчас, вот 17-23 я искал. Опять же, Армагон плюс Супер Шреддер. Раз, два, три. Не обязательно, ребята, с того конца идти или с того. С этими ребятами вообще бесполезно драться с нашими. Если они двое в команде, они ушатают любого. Тут никто им не поможет. И ничто их не спасет. Вот так вот. Ну что, двигаемся дальше тогда потихонечку. Давай 20-ю позицию, а? 37-ю. Да. Что-то совсем как-то плохо. Ага. Там еще, наверное, на поединков 5-6 у нас хватит бойцов. А откатов, по-моему, только лишь на 3 или на 4 поединка. Ну, в любом случае мы дойдем до Лиги Мастеров в 2 звездочки, это однозначно. А вот мне бы хотелось бы до 3. А что у нас по долларам? 855 долларов. Ну, в принципе, нормально. 23 место. Так, давай не ломайся. Опять же Армагон. Давай возьмем, наверное, хуже голову. Слушай, подожди, Армагон хуже головой. А он... Блин, а он хоть быстрее будет, например, того же самого Майки. Ага. Хан. Вот жук навозный. Да, все хорошо. То есть у Хана все-таки инициатива, ребят, как ни крути, но круче. Круче, чем у Армагона и у Кожеголового. Поэтому нужно опасаться. Так же, как и Карайку, кстати. Я надеюсь, что еще один поединок, и мы все-таки перейдем уже на следующий ранг. Откатов у нас 3 штуки осталось. Раз, два, три. 3 штуки, то есть получается на один поединок. Но я рекламу тогда гляну. Еще получу 10 откатов. Опять Хан первый, а? Ты посмотри, он даже быстрее Кренга. Вот такие вот пироги. И хорошо, что Кренг, ну не Кренг, а Хан не очень, ребята, мощно бомбит. То есть видел, что Бибопчика у нашего завалить не смог. Есть. Лига Мастеров 2 звезды. Поздравляю нас, друзья. Двигаемся далее. 17-23. Берем Армагона. Берем опять же Кренга. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. То есть так бы еще оставалось бы 2 поединка. Ну, откатов нет. Ладно, рекламу глянем. Заберем откаты, и все будет четенько. Видишь, он кого бьет? Он бьет Армагона. Если бы он кого-нибудь послабже бил бы, возможно, мог бы. Например, морозилку. Уронить-то, конечно, сразу с одного удара вряд ли бы смог, но переломал бы ее знатно. Нам бы до полтинничка добраться, это было бы, я думаю, неплохо. Так, 17-23.
Ну тут бесполезно сейчас что-то брать, ребят. Я пошел, короче. Кстати, секундочку, у нас в предметах. Вот, 725. Опа. Оп. Замечательно. Так, ну что, еще 11, ребята, ДНК. И слэш будет у нас по фулке. Подожди-ка, а мы же здесь еще за ежедневки. Да, я же забыл совсем. Мы с тобой рванули, а на ежедневках как раз можно 2, 5. Ну, хотя бы 5. 5 откатов, и тут еще один. 6, это 3 поединка. Вот как раз мы и отыграем всех. Давай-ка быстренько здесь с этими разберемся, болтусами. Нечего им тут прохлаждаться. Черепашки тоже мне, классика. Джойстик, ребята, так до сих пор не могу починить. Ну, не починить, а чтобы он работал. Не знаю, в чем проблема. Просто без понятия. А мне бы хотелось бы поиграть. Игр-то дофига у меня на джойстике. Даже те же самые 8 дверей, ребята, игра, которую на втором канале мы играем, на джойстике куда было бы проще и приятнее играть, чем на кнопках, чем на клавиатуре. Есть ведь люди, которые привыкают полностью к клавиатуре, но я не такой, ребят. Так, забрали здесь награду. Теперь пойдем-ка мы. Во-первых, зэка нужно поднять по уровню. Слушай, нам еще немножко не хватает, чтобы ему прокачать еще один уровень. Так, и переходим на нашего Майки. 6 кошек, точнее 5 кошек нам нужно найти. Одну нашли. Так, вторая. Третья. Четвертая. И последнюю, последнюю. Давай последнюю, не жмись. Да последнюю. Жук. Он мне билет Эйприл дает, и все. Мне не нужен твой билет. Вот. Так, это нам получается нужно. Сколько? 6. 6 этих шляп, да? Одна. Так, тыква нам не нужна. Так, вторая. Третья. Четвертая. Пятая и последняя. Шестая, давай. Шестая. Все. Со шляпами с этими разобрались. И надо будет еще 18 наушников. Но это, естественно, уже в следующий раз. Сейчас мы забираем награды. Так, 6 откатов есть. А, мы можем еще уровень поднять Заку. Опа. Красавчик, ребята, 92 уровень. Ну что, скоро будет соточкой. Ну, а мы пойдем доигрывать нашу арену. Армагон. Супер Шреддер. Ну да, два поединка. Я ради одного там персонажа не буду тратить 4 откаты. Оно не окупается. Оно не окупается. Шикарно. Накумарил. 50-е место тоже, конечно, мы не завозьмем, но 60-е, думаю, вполне. Армагон плюс... Давай Лео возьмем тогда уж. Ну да, все, это последний поединок на арене у нас. Побежали. Хлоп, и остались их... Тут двое. Все без проблем. Так. Ну, 60-я, наверное, будет где-то так. Да, 61-я, отлично. В общем, здесь мы закончили. Так, переходим сюда. Сцена насилия. Да вот, наверное, здесь и пойдем. К тому же он выставил практически всю фулочку сам.
Мне просто здесь надо будет стоять и наслаждаться. Так, сегодня, друзья мои, выйдет две игры новые на втором канале. Ну как две игры новые? Две новые серии, я имею в виду. Это 8 дверей плюс Ракшаси и цирк, как он там называется? Электрикум, да. Первый взгляд. Пошаговые бои. Что-то типа как черепашки, но там немножко замудренная техника. Так что вот такие пироги. Еще сегодня снимал Midnight Fight Express. Ну, типа записывал. На самом деле я забыл нажать на запись. Как всегда. Полтора часа. Ну там, видишь, там какая беда еще. Там музыка играет, и мне почему-то кажется, что та музыка под запретом. Ну, под авторскими правами. Как бы я думал, ну, выпустить видосик на втором канале и посмотреть. Если под запретом, то просто переснять. А теперь в любом случае придется переснимать, так как не записалось. Пуш. Ну, пока все хорошо. Переходим на третью волну. Нет, чтобы им сделать вот одну масуху, да? Нет, вот что-то елозят тут, как эти, как блинчики на сковородке. Не знаю, сегодня если я не зайду вот еще после черепашек, попробуем, ребята, драконы, всадники, олуха. Если не получится зайти, не знаю, в Юрский будем ли сегодня заходить. Хотелось бы, конечно, но там опять откат. Может быть, что-нибудь на айпаде поиграем. Например, этот, как он там называется? Битва замков, короче. Ну да, в принципе, можно было бы. И немножко бы хотелось бы, конечно, еще прокачаться в игре, которая называется «Мастер ловушек». Надо же все-таки ее как-то пройти, добить. В Кристал Сиежи пока, ребят, не залазю. Потихонечку там фармлюсь, накапливаю себе. Как тебе объяснить-то, что я себе там накапливаю? Деньги. Там вся проблема в деньгах, потому что нужны будут пробирки, поэтому сейчас в данный момент туда не захожу. Точнее, захожу, но не снимаю. Проклятые сокровища, вторая часть. Не могу, ребята, пройти уровни, которые сейчас пошли. Там просто какие-то безбашенные уровни. Но думаю, все-таки рано или поздно я должен пройти. Должно получиться. Так, ну что мне тут... Давай я с тобой, что я тут буду париться. В общем, много всяких затей. Сегодня должна быть выйти игруха Razer Steel, насколько я понял. Там какой-то... Ну, я ее ассоциирую, наверное, с этой, с Dark Age. Но только там стимпанковское, опять же, время. Играешь какой-то девушкой, да, против роботов, короче, дерешься. Ну, посмотрим. Опять же, за 33 проекта, братцы, как всегда, ничего у тебя не получится. То есть, и либо что-то одно забросить, либо забросишь все, в конце концов. Слушай, а вот ты знаешь игру такую Dark Alan? Или Alan Dark? Вот, я вот что-то, ребят, я в нее не играл в свое время. Но мне что-то все больше и больше хочется в нее поиграть. Там есть сюжетка, а есть выживание. Ты, думаю, понял, да? Там, где чувак зимой постоянно там ходит, что-то ищет, там в дома собирает, там от стаи волков убегает. Alan Dark, по-моему, называется она. Вот напиши, хотел бы ты посмотреть прохождение в моем исполнении? Ну, это опять же относится, ребят, конечно же, ко второму каналу. Это не здесь будет все. Это для любителей игр на ПК. Здесь у нас, не забывать, игры на консоли, да? Точнее, на Android, на iOS, а второй канал предназначен чисто для ПК игры и консолей. Есть, конечно, еще и третий канал, который посвящается чисто гоночным играм, но сейчас просто элементарно нету, ребята, времени заниматься им. Я уже думал, может быть, просто Hill Steel первую часть снимать. Даже этого не могу сделать. Даже этого не успеваю, ребята, сделать. Хотя кажется, да, что там одну серию в день снимать? Ничего сложного нету. А оказывается, есть.
Так, здесь пробили. Шреддер баньки пошел. С грибочками вообще на изи разбираемся. О, Дони молодец, красавчик. Поставил защиту, он, правда, на последней волне. Это не толку мало. Тем более, когда всех разбомбили уже почти. Ну, сколько там? Ё-просте. Я уже такой думал, сколько там еще осталось? Там, наверное, немножко, ага. Нам еще 3 эпизода шпарить. Обновил АБС-ку, блин, какая она сейчас, ребят, после обновления противная стала. Все какое-то крупное, не знаю, зачем они так сделали. Старый вид мне как-то больше нравился, если честно. Вот. Все думаю, на камеру. Блин, ну, ребят, ну, камера камерой, а мне нужен геймпад. Кстати, вот. Вот, я думал, что же я хотел, блин, заказать себе на Озоне или на Валберсе. Геймпад новый, точно. Хорошо, что я сейчас заговорил. Сейчас я крестик себе на руке сделаю, чтобы не забыть заказать. Опять же, какой-нибудь хороший. Наверное, я возьму Xbox. Ну, от Xbox. По крайней мере, расположение кнопки. Самое, как говорится, мне кажется, оптимальное. Именно для игр. На ПК. Так. О, тыч, вот этот удар мне вообще нравится, ребят, да? Просто по щам надавал этим дроном. Несчастным. И все. Так, майки видения. И остается всего лишь 2 эпизода. Как говорится, нафига вот сейчас тебе, Рэй, по большому счету, проходить это и фармить, если буквально через день будет событие, на котором ты можешь спокойненько себе фармить жетоны. И не только жетоны. Нет, вот понес тебе черт вот сюда вот проходить это все. Ладно, мне не тяжело на самом деле. Ребят, вы пишите, в Swamp Attack вышла, ну, вторая часть вышла, глобальное новое обновление. Раньше, когда у меня был эмулятор, где она была с Swamp Attack, вторая часть, он у меня исчез. Ну как, поломался, короче. Пришлось удалить. Я теперь не могу, как бы тебе объяснить. Во-первых, найти Swamp Attack второй. А те, которые находил, заходил, я не видел там никакого, ребята, обновления. И опять же начинать все заново, ты представляешь? Такое себе на самом деле удовольствие, это начинать все заново проходить. Там тем более уровни-то дофигища. Поэтому я даже не знаю. Такие игры уже нужно проходить, когда они полностью вышли уже в релиз, да? Вот тогда проходишь спокойненько и знаешь, что все будет окей. А когда там ни сейвы, ничего не работает, и трата времени, ну жалко просто. Я вообще не знаю, зачем такие игры делать, в которых нельзя сохраниться. Это даже, вот помнишь, мы играли с тобой в игру, где обезьянка защищает свой лес. Да? Нету там, ребята, записи. То есть, если, предположим, ты нечаянно переустановил эмулятор или еще что-нибудь, все, братишка, начинай-ка все заново. Ну, это бред, на самом деле. Бред, который отнял у тебя очень много времени и который тебе не дает возможности восстановить прогресс свой. Хотя, если в нее играть на iPad, поверь мне, никаких проблем не будет. То есть там гарантия 100%, что ты зайдешь в любой момент, включишь ее и будешь играть. Так, ну что, здесь у нас 5 волн. Забомбашили. Двигаемся дальше. Так. Ну, здесь эти самураи, охламоны. Роботы. Дополнительная атака, да. Давай, ребята, ушатываем их. Защиту взял. Тыч. 2 атаки, да, делает? Ну зачем тебе вот кожеголовый сейчас здесь провокация-то нужна? Я не понимаю. Зачем ты делаешь провокацию? Он один. Вот здесь бы ты бы еще сделал. Я понял бы тебя, но там бесполезно. Такой еще мелкий, да, берет, главное, маленькую бомбочку, засовывает ему. А на выхлопе такая большущая бомба. Такс. Упал. Тоже упал.
Переходим на четвертую. Это предпоследняя. И в конце, по ходу дела, босс будет у нас. Но кто же еще это может быть? Так, усиление команды. Я обожаю, когда так по щам дает. Тыч, тыч, тыч. Ну вот этот удар могли бы сделать и массовым, да, на самом деле. Чтобы он бил, типа, по всем этим дронам. Тогда бы это был бы кожеголовый имбовый чувак. Так, провокацию зачем-то берет. Чувачок, ты думаешь, это тебе поможет? Конечно же нет. Ну и вот у нас Химера. Где она там? Она явилась, не запылилась. Здорово, Химера, сейчас будем тебя бомбить. Если ты еще не в курсе. Так, а на чем? Мне на Армагона повесила постепенный урон? Там еще и на Донателло повесила? Я думаю, что ничего не получится. Фух, Армагон выжил все-таки. Ну что, ребята, вот события мы и прошли. Сколько у нас там сыра? Мало. Ну, попробую. Понятно. Понятно, понятно, что ничего нам здесь не светит. Но, тем не менее, поиграл я четенько сегодня. Так что, ребятушки, на этом, пожалуй, будем сегодня закругляться. Всем удачи и до новых скорых видосиков.